Александр, в первую очередь, конечно, с победой, с волевой, с трудной. Расскажи, вот ты вышел на замену, счет 1-1. Такое, как тебе вообще вступало в игру? Вот как тебе настроение было? Какие задачи были? Поставил тренер, все. Ну, конечно, тяжело выходить как бы на замену, тем более учитывая, что у меня как бы было и повреждение, еще и пропускал прошлый тур. Вот. Ну, как бы задача, конечно, была побольше нагнетать впереди, создавать какие-то там опасные моменты, там, навязать борьбу защитникам. Ну, конечно, там забить, как-то, ну, вот, там, помочь команде. Обидно, когда вот зарабатываешь пенальти, а партнер не забивает. Ну, было бы обидно, чтобы закончили в ничью 1-1. А так, слава богу, выиграли, поэтому работаем дальше. Ну, сейчас себя уже нормально чувствуешь? Уже с повреждением все закончено? Ну, вроде бы нормально игралось, как бы хорошо себя чувствовал. По поводу пенальти, ну, не все же всегда забивают, поэтому есть над чем работать. Болельщики заметили закономерность, когда тебе... У тебя была капитанская повязка, ты почти в каждом матче забивал. Когда обратно гречишку вернули ее, ты теперь больше на подыгрыше, и голы перестали попадаться, ну, получаться. Я так скажу, я просто, меня тогда впереди ставили больше в основном, вот, и тогда, ну, были моментики, и реализовывал, так получалось. А, ну, последние игры как бы выпускают больше так на фланг, поэтому чуть, может, больше сзади помогаю. Вот, и меньше моментов впереди получается. А тебе комфортнее где, вот чисто? В центре или... Мне без разницы, хоть на скамейке. Главное, чтобы команда побеждала и хоть как-то приносить пользу. Ну, ты известный в команде диджей. Какую музыку сегодня будете слушать, когда ехать? Музыка вот играет, уже все слушают. У нас она уже запатентована. Я задавал уже Андрею Ольшанику такой вопрос. Приятно было. Видите, удивительно, когда в гостях чужие болельщики поддерживают вас точно так же, как и родные приехавшие. Это было неожиданно или вот... Ну, это, конечно, приятно. Также и вот и в Гомеле нас там слышали, как бы поддерживали, хотя болельщиков не пускали на стадион. Вот. Ну, я думаю, это ж неспроста. Людей не обманешь, люди видят. Мы своей игрой доказываем, своими действиями показываем, что... Ну, я думаю, что все закономерно. И... Что мы народная команда. Народная команда, да, и... Надеемся, дальше будем радовать наших белорусских людей, народ и привлекать тем самым больше зрителей. Спасибо.